Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть GTA 4. Все, берем следующие миссии. У нас так, МД Дмитрий. Хорошо. Так. Что происходит? Все, ладно. Делаем прокрутку. Итак, Дмитрий. Ой-ой-ой, что-то такое происходит. Так, минутку. Итак. Тихо. Что с тобой происходит? Дмитрий. Так. Берем миссию. Почему так светло? Ничего не понимаю. Так. Просто получилось так. Я теперь твой враг. О, это ты. Ты один? Да, ты как? Охрененно, ты как думаешь? О, я думаю, замечательно. И причем головой. Да, особенно если настоящий в полной жопе. Ну давай, нигер. Рассказывай. Вау. Так. Давай, бежим, куда нам шоколадка показала идти. Идите в зал игровых автоматов в китайском квартале. Хорошо. Китайский квартал. Игровые автоматы. Да уйди ты. Так, у меня такси есть? Ой, такси. Стой. Я не понял. Давай, залазь. Поехали. Поехали. И вот мы приехали в китайский квартал. Да, господи, я даже не знал, что тут китайский квартал есть. Так. Мне надо... Да что происходит-то? Так. Мне сюда надо, да? Мне по на машине надо было сюда приехать. Нет, пешком иду. Две гниды, которые дурачили Дуэйна Форджа, пока тот мотал срок. Ему нужны деньги. Так, что, пристрелить их? Вышел из тюряги. Где ты, тварь? Итак, первый есть. Ну давай, садись. Я не понял, ты чего не садишься? Он уже ушел, поди. Блин. Если по прямой, то еще есть шансы догнать его. Давай. Так, за картой надо следить. Это косоглазие так развить можно. А, так он в принципе и недалеко. Тихо. Ну-ка, отвали. Так. Сюда. Блин, я не понимаю, куда он едет. Давай. Он как-то наверху оказался, да? Внизу. Блин, понимать бы, где он. Чтобы какой-нибудь маршрутизатор открылся. Как эту гниду догнать? Так. Он где-то здесь, да? Так. Да, он здесь. Впереди должен быть. Опа. Так я его подбил. Тихо. Не задави меня. Опа. О, с особой жестокостью. Вот так.
денежки взяли. Все. Миссия выполнена. Я получил деньги, давай встретимся. Там я их тебе и передам. Отлично, спасибо, сынок, до скорого. Все, едем отдавать деньги. Давай вот этот байк возьмем. Этот поди поустойчивее будет. Блин, что происходит? Почему у меня... графа что ли упала? Блин, мучил компьютер. Вот тебе и получилось результат, нахрен. Ну ничего. Да не, вроде нормально. Четверка она такая вроде была. Ладно. Давайте довезем. Чтоб миссия была полностью пройдена, надо довести деньги. А у нас еще может дурить. Такое тоже уже бывало. Да заткнись ты. Оу. Ох, как удобно-то, господи. Как удобно на мотоцикле. Опа, опа, и проехал везде. Вот еще магазинчик какой-то. Так. Интересно, когда меня плейбой-то начнет дурить, чтобы его можно было застрелить. Ради чего? Ради хаты. Вот трамплинчик. Надо было трюк поди изобразить. Стоп. Ну-ка, уйди. Так. Где ты? Вот здесь. Там что, бомж спит? Поднимите бедолагу. Да, где ты? В закусочной где-то же. Итак, шоколадка, я пришел. Они заплатили. Давай. Мне пришлось кое-что втолковать. Да, еще сука была. Хорошо, была. Но я твои мнения еще не выслушивал. Так, содержит сохраненные на... Вы хотите заменить данные? Ну, давай заменим. Итак, мне нужно такси. Где такси? Так, его здесь нету. Где такси? Вот оно. Давай, вези меня, голубоглазая. Так, мы опять у Дмитрия. Дмитрий, по-моему, да? Денис, кто он там? Забыл уже. Дуэйн. Как сам? Я тебя только что там был. Как ты? Я спекся. Ну и хрен на тебя. Будь мужиком. Соберись. Поезжайте в стриптиз-клуб. Хорошо. Это мы любим. Это мы хотим. Так. Где у нас такси? Вот оно, такси. Блин. Какой-нибудь светофор здесь есть? Вот это, тихо. Вот так. Чё вы все орёте-то? Я ещё ничего не сделал. Он сам мне всё отдал. Он мне всё сам отдал. Так, такси. Ну, давайте, пока еду. Где вообще-то это находится? Далеко? Ну да, так-то ехать. Ну ладно, там скорость разовьем. Дорогу давайте срежу вам. Итак, блин. Понял, это... Программка у меня жрет нахрен. Ничего страшного. Скоро все изменится. Так, что ты? Мне хочешь... Пошел ты нахрен. Так, убейте трех менеджеров стриптиз-клуба. Хорошо. Да тихо ты. Так.
И где они? Давайте. Кто тут? Господи, они все против меня. Давайте, здесь кто есть? Давайте, вот так вот теперь. Из более серьезного орудия. Вот так. Есть. Давай, это твой лысый череп торчит. Вот так. Я надеюсь, я смогу их догнать. Еще кто-то ходит. Нет, 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 тут никого в живых не оставлю. На. На. Что, еще кто-то есть? Блин. Так, история. Менеджеры пытаются сбежать. Давайте. Догоним их. Я так думаю, хотя бы одного-то я должен был пристрелить. Ой-ой-ой, машинка-то резвая. Так, 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 а вы что встали? Меня ждете? Как благородно с вашей стороны. Давайте. Так, поворот на лево. Поворот, поворот, блин. Из меня очень плохой водитель в играх в этих. Я очень боюсь миссии, где будут гонки. Они обязаны здесь быть. Ведь все-таки с автомобилем связана эта штука. Так что как ни крути. Давай, вот вам. Все. Всех убил, теперь поехал. И меня... Никто не остановит. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тварь. Так, все, будем гулять так. Все, перематываем. Миссия была выполнена. На этот раз мы к Мэнни. Берем заказ у нее. Что она нам даст? Она хоть? Баба же, все правильно? Или кто? Вот и сейчас, сразу после зачистки, 5 кварталов. Он обещает группу... А, это эти... Порнушники. Порнушники-извращенцы. Куда нам? Направляйтесь вон так, к мосту. Ага, хорошо. Тихо, 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 тихо. Ну-ка, вылазь. Мне в лицо тебе тыкать надо, да? Да? Своего же чувака завалил. Вылазь. Или ты тоже куда-то поедешь? Давай. Такси там было. Из-за тебя, падла, пропускаю. Вон она. Успею, не успею. На. Тихо. Так, ага, ты меня никуда не повезешь, падла. Спекся. Что за странный пассажир? Ну ладно. Это не ко мне? Нет, не ко мне. Так, есть еще такси? Ой, какие тачки-то появились. Господи. И с мигалками тоже здесь. Так. Давай. Так, звезду заработал.
Проехал, не заплатив. Да, я такой. Негодяй. А теперь попробуйте меня догнать. Блин, хотя хрен догонять-то, вот он. Навстречу мне летит. Давай. Ты так, а я вот так. По педалям, полный рост. Москва, Воронеж, хрен догонишь. Так, мне надо как-то вправо уйти, прям с моста, если есть возможность такая. Нету такой возможности, у меня даже возможности затормозить-то нету. Вот сюда, давай. Здесь есть проход? Ой-ой. Ну давай, пока едем, все равно правильно. Направление правильное у нас. Едем, 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 не останавливаемся. Едем. Даже на такой тарантайке мы сможем скрыться. Главное верить в это. Вот и все. Так. Это у нас, надеюсь, не гонки, нет? Так, хотя куда? Мост какой-то был вроде. Так что на мосту какие могут быть гонки? Едем, едем. Это лесенка? И вот он я. Надо хороший автомобиль. Тихо, тихо. Давай-ка мне автомобиль свой отдашь. И за это я тебе ничего не сделаю. Согласен? Вот молодец. Вот умничка. Ну-ка, вали давай отсюда. Посмотрим. Где я должен припарковаться тут? Вот все. Кто должен подойти? Первый, первый, а второй станции прибывает. Так, следуйте за поездом. Как цель только сойдет, с него убить. Блин, хорошо, что я машину-то взял. Плохо только, что она неповоротливая. Блин. Я ж не знал, что она такая прям убогая в этом плане. Ну, давайте медленно поедем. Хотя медленно-то тут не поможет, надо быстро все равно ехать. У меня-то дороги прямой нету, в отличие от него. Вот сюда. Да уйдите вы. Это единственное преимущество, то, что я вас могу разбавить. Если бы был бы поменьше, так вы бы поди со мной вообще расправились. Ага. Чтобы зафиксировать камеру так. Ага, понятно. Зафиксировать камеру. Надо сначала увидеть его. И вот так немножечко. Потом сюда. Левее. Правее. Вот интересно, такси может за ним проследовать? Не пробовал никогда. Кстати, вы можете попробовать на такси его преследовать. Если получится, то это будет самое легкое преследование, которое только можно организовать. И можно не только его преследовать, а вообще всех тогда. Потому что игра будет так. И как мне догнать этот сраный поезд? Давай, в сторону. Мне его не надо догонять, мне надо его преследовать. Сейчас. Он же должен это сойти, там же написано было. Когда сойдет этот чувачело. Блин, этот бордюр непробиваемый. Это плохо. С дороги. Не мешайте мне. Будьте аккуратны. Твою ж мать. Ну-ка, чертов. Блин. Давай, он пока не так далеко уехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как я вовремя свернул. Сейчас не хватало бы мне еще погони бы. Итак.
Ой, он дальше едет. Цель скрылась. Ладно. Пробуем. Так, надо, не знаю, тачку какую-то, что ли, другую. Так-то сложновато за ним бегать-то. Ладно. Теперь мы все поняли. Ищем тачку. Давай, сначала доедем на вот этой хрени. Сейчас, если... Стой. Я не собираюсь так долго ехать. Ты мне в этом поможешь. Кстати, вот такси можно взять. Она тоже, кстати, юркая. Сейчас доедем, и я его выкину оттуда. Поехали. Она так вроде юркая. Таксишка-то вот это. Стой, 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 да стой, я тебе говорю. Давай, ну-ка, пошел отсюда. Ты куда? Ну-ка, освободите ко мне машину. Excuse me. О, тихо, тихо. Давай, я, блин, через багажник думал, сейчас полезет. Все, броневичок у меня есть. Вроде неплохой. Ну? Да мы знаем, знаем. Хватит, следуем за поездом. Цель скрылась. Как только он выйдет, пристрелите его. Блин. То ли где-то на станции он выйдет, то ли вместе с ним кататься, что ли. Как-то бы момент этот определили бы точнее. Что если можно с ним кататься, сел бы в его поезд и вместе с ним бы катался, пока он не сойдет. А так, блин, придется... Уйди. Вот так, хорошая машинка. Грех жаловаться. У плейбоя золотой такой, так вообще разносит всех. Ну не знаю, это же такая же вроде модель данного автомобиля. Просто окрас другой. Так, едем. Сейчас налево должно идти. Где налево-то пойдет он? Вот здесь. Вот он вперед, 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 вперед. Вот поворот. Так, ничего страшного. Ничего страшного не произошло. Так, вот станция была, но он там не остановился. Давай, вот таксист как едет, хорошо. На. Прекрасно все пока. Пока что. Блин, надо было повернуть. Ничего страшного. Так. Не надо. Блин. В определенном месте, да, он? В определенном месте будет сходить. Я думал, тут где-то подняться можно, чтобы пристрелить его. Вот он вроде как притормаживал уже здесь. Так, это мы объедем. Да тихо ты. Так. Где этот проклятый поезд? Сейчас мы его найдем. Давай. Немножечко. Блин, с другой стороны можно было подъехать. Я так предполагаю. Зафиксировать камеру. Нет, нет, нет. Это тут для мотоцикла, скорее всего, проезды-то везде сделаны. Вот. Вот он остановился, цель покинула поезд. А я тут как тут. Давайте. Еще выше. На.
Вот так. Все, всех убил. Какой я красавчик. Все, отчитываемся. Все, мы провернули. Так что миссия выполнена. Так, надо пожрать что-нибудь и броник купить. На этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Пока.